Воронежская команда «Арт Кураж», проделав 560 километров, является в гостиницу «Дельта» Измайлова «Дельта», где футболисты-артисты отдохнут, а завтра выйдут на поле. Вот он, Алексей Брянцев, первый пришел, ответственный, контролировал ситуацию. Я! Das ist fantastisch! Брат! Саня! Воронеж! Ура! Притча в лице команды под названием «Аркураж». Кто бы здесь сомневался в этом? Это что за чача ваша? Это тот самый знаменитый спартаковский чач. Это Михаил Гребенщиков и капитан команды 3-4 Арт. Ура! Вау! Таблетки и песни звучат, а ребята рядом играют в футбол. Ну так. Беларусь. Константин Квасов, легенда воронежской эстрады. А где у нас еще с брендом товарищ? Легенда шансона. Нет, простите. Не прошу. Приехали, переоделись. Эй! После того, как переоделись, дай забрали вещи, отнесли на второй этаж, гардеробную, и там оставили вещи свои, в которую, да, вообще. Одежду. Максимум на поляну не выносят. После этого, опять, когда игры закончились, можно будет прийти за вещами, да! Вернуться, да! В раздевалку, переодеться, да! И потом торопиться назад. Да! Момент. Я очень уважаю этого человека, его команду. И вообще, в принципе, город Воронеж догонишь. Так, если не догонишь, то поймаешь. Вот. За нашу победу давай. Давайте. Давай. За победу! За победу! Короче, гражданская война. Белые на Украине заняли село. Ну, там как-то разбудились. Это еще были 80-е годы, там не мобильных, ничего. Ну, блин, ну как можно месяц шить штаны? Бог создавал планету 7 дней. Ну так вы посмотрите на эту планету, посмотрите на эти штаны. Спасибо большое вам за возможность оказаться здесь. Он пишет. Еще полстраницы. Да. Да, да. Какой раз ты уже в России? Брат, это как родной дом. Здесь с тобой в России. Да. Бодрые воронежские лица. Еще или уже? Всегда. Во главе с Александром Козловым. Солидный игрок. Видно, знает в жизни толк. Вратари. Здравствуйте. Бола, не только. Не только с праздником. Пойдем. Пошли. Нормально. Мужская обстановка. Тогда стоим. Да, сейчас я снимаю. Марк будет, да? Но, играть не будет. Играть, да. Кирюк, форму мы оставляем. Понятно, понятно. Кирюк, не осталось там шортиков поменьше? Кстати, а может... А ты сколько взял? Арт! Ура! Арт! Ура! Воронеж! Ура! Меня зовут Олег Воротынцев, я главный редактор журнала «Глаза» и диджей. И очень рад выступать на этом турнире уже второй год. Здесь очень теплая компания, игры сумасшедшие. И мы все выкладываемся, очень рады собираться здесь каждый год. Дай бог, что это будет много лет. Константин Квасов, занимаюсь творчеством, пою песни, танцую, занимаюсь общественной деятельностью. Но сегодня я хочу выразить свою
творческую сущность на поле. Поэтому я в команде Art Courage любимого города Воронежа. Воронеж, только вперед! Я Павел Путилин, участник команды Art Courage Воронеж. Вокалист и участник группы «Волшебники двора». Art Courage Воронеж, нас не догонишь. Привет, я Алексей Брянцев, продюсер, участник команды Art Courage Воронеж. Участвую второй раз во втором чемпионате по футболу в России. Сегодня будем зажигать, выигрывать, петь и танцевать. Они забили, не проиграли. Свои моменты у нас тут. Сегодня время только что блистательно. Меня зовут Александр Козлов, город Воронеж. Я отстаиваю цвета знамени Воронежской области. Отстаиваю так за кромкой поля, что вам и не снилось. Арт-кураж – это всегда кураж, это всегда арт, это всегда Воронеж. Мы победим, даже если кто-то это и не заметил. Forever Воронеж! Старый клен, стучит стекло. Оп! Поступило предложение, покупающее дюбнуть по бздюлечке. Речь говорил гуру команды. Да, мы все приняли информацию. Спасибо, учитель. Hey, you play it so steady. You hit the bar and back, check it, it's time ready. I don't wanna stop, cause I can't feel the bass. Oh, it's hitting me right in my face. And I get the funky rhythm and the funky, funky rhythm and the funky, 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 funky rhythm. Yeah. Ребят, как прошел чемпионат? Кто ответственный за бобра? Вам показать? Красавчик!
На сцену какой совет посоветуете? Вот выйти надо, может, вздохнуть или выдохнуть. Главное не пукнуть. Тиша! Как мы здесь оказались? Кого? Как мы здесь оказались? А, случайно. И мы бьем из кубка. Да. Это красиво, бьем из кубка. Ребята, с победой! Мы чемпионы! I forgot. Too much vodka, I forgot. Вот. Мы понимаем друг друга на футболе с полуслова.